Оказавшись в таком месте, хочется надеть шляпу и сменить профессию. В настоящий сказочный сад превратится парк дружбы в эту субботу. Всех самарцев приглашают на фестиваль цветов. Розу сорта «Двойное удовольствие» в Самаре встретишь нечасто. Зацветает она красным, отцветает белым. Необычная сама форма куста. На стебель шиповника прививают разные сорта роз. Украшают растения ленты цвета болгарского флага, что особенно символично в год 140-летия дружбы между двумя народами. Знаете, идея почему-то, когда вообще сказать, что будет такой праздник, у меня почему-то сразу такая идея пришла именно вот в этой тематике сделать. Подготовка была, Розы, они готовятся с весны. То есть мы их удобряли, мы их поливали, отливали, чтобы они цвели, в этот период зацвели. Для дизайнеров главная интрига – кто победит в конкурсе, главный приз в котором 100 тысяч рублей. В этом году тема «Цветущий город». Всего участников 11, еще 6 композиций подготовит районная администрация. Для горожан фестиваль цветов – это шанс прикупить растения и для своих садов, получить эстетическое удовольствие и поучаствовать в праздничной программе. В 11:30 планируется шествие костюмированных детей, которое у нас стартует от пересечения улицы Гагарина и Советской Армии, проследует вдоль улицы Гагарина и торжественно войдет на территорию парка к центральной сцене. Всю красоту, созданную цветоводами, можно увидеть в субботу 30 июля в парке «Дружба». Время работы площадок с 10 утра до 6 вечера. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События.